нашел у себя на даче старые рекламные журналы для представителей, координаторов, консультантов Avon и других компаний, так называемых прямых продаж. Если вы помните, начиная с 90-х годов в России появились такие всякие родники здоровья, Avon, Oriflame, Faberlic потом. И худо-бедно кто-то из них дожил до наших дней. Но, конечно, сейчас уже такого размаха их деятельности, как раньше, с какими-то конференциями, на которых пел Меладзе, у них уже нету. Многие из них потихонечку так сворачивают деятельность, не инвестируют в рекламу, потому что основная прибыль, конечно, от этих всех компаний уходит за рубеж. Вот. В Швецию, в Соединенные Штаты Америки и прочее. Вот так уж сложилось, что я 16 лет проработал в компании Avon в офисе аналитиком. Сейчас ушел в NVIDIA Эльдорадо. Ну что, сейчас все это отправится на помойку. Ну, если вам понравились такие видео, то подписывайтесь, ставьте лайки. Может быть, что-то еще интересное вы увидите на моем канале. Спасибо большое за внимание. Пишите в комментариях, работали ли вы в таких компаниях. Что вам нравилось, что не нравилось.